Мы уже говорили сегодня о том, что сегодня не только Татьянин день и не только День студента, но и 78-й день рождения Владимира Высоцкого. И об этом тоже стоит поговорить, потому что к нам пришли гости. Это Евгений Низов, директор Одесского клуба поклонников творчества Владимира Высоцкого, а также Юрий Овчин, писатель и журналист. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рад вас у нас в гостях приветствовать. Несколько слов расскажите о том, что из себя представляет клуб и как давно он уже существует. Ну, я начну с того, что сегодня не только день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, как вы правильно сказали, 78 лет. Сегодня еще день рождения нашего клуба поклонников творчества Владимира Высоцкого, потому что ровно год назад, 25 января 2015 года, в доме Александра Перуцкого, которого, конечно, я думаю, знаете, да, мы отпраздновали день рождения Владимира Семеновича. И вот на этом дне рождения я, Юрий Петрович, Вадим Васильевич Костроменко, Юрий Анатольевич Работин, мы все собрались, посидели и подумали, что надо создать клуб поклонников творчества Владимира Высоцкого. И я говорю вам абсолютно точную информацию. Мы являемся единственными в Украине. Больше у нас нет в Украине клубов поклонников творчества. Есть просто в разных городах Украины, есть просто любители Высоцкого, да, которые его слушают, конечно, мы с ними общаемся. Но как такового объединения постоянного, которое проводит постоянные заседания, такого в Украине нет. То есть вы можете нас тоже с этим поздравить. Вы проводите заседания. Да. Как это все происходит? Объясните, значит, приблизительно один раз в два месяца мы собираемся именно у Александра Перуцкого. Это улица Канатная, 71. Какой формат? Ну, первое. Мы включаем на экране Владимира Высоцкого. Там есть большой экран. Мы обязательно показываем фрагменты его песен, его интервью, фрагменты кинофильма с его участием. Выступают люди, которые знали Владимира Высоцкого. Я этим персонально занимаюсь, потому что я сам журналист, я работаю в газете «Одесские известия», и я каждый год я исследую творчество Владимира Высоцкого, и в Одессе я постоянно нахожу людей, которые лично были знакомы с Владимиром Высоцким. И сегодня, не случайно, рядом со мной мой заместитель Юрий Петрович Овчин. Это тот уникальный человек, в любом случае он уникальный, потому что он был лично знаком с Владимиром Высоцким, он может вам в этом рассказать всю информацию. Расскажите, как произошло знакомство? 45 лет назад, в далеком уже 1971 году, мне выпала большая удача и редкая удача. Командировка недельная на борт пассажирского морского лайнера «Шата Руставели». В то время этот теплоход ходил с немецкими туристами в многомесячные круизы в Новую Каледонию, острова Фиджи. И вот приходил в Одессу, две недели менял экипаж. Для того, чтобы судно не простаивало, делали рейсы по Крымско-Кавказской так называемой дороге с заходом Сухуми, Батуми, Ялта, Новороссийск, Сочи. Ну, как положено, я был представлен капитану, в то время молодой капитан Александр Назаренко, он жив и по сей день в команде. В Канаде капитаном яхты, возит там американцев богатых в круизы. Ну и капитан зарезервировал мне капитанский столик в музыкальном салоне. Вечером я после работы пошел туда отдохнуть, нашел этот столик, а музыкальный салон умещал 550 человек. Он был забит битком. Капитанский столик был пустой, я так с краешку присел скромно. Через какое-то время ко мне подсела миловидная женщина, невысокая. А спустя еще некоторое время в сопровождении капитана подсел худощавый такой невысокий мужчина в белых джинсах и белой футболке. Вы на тот момент не знали, кто такой Владимир Высоцкий? Я понятия не имел. Мало того, я вдруг почувствовал себя страшный дискомфорт. Мне показалось, что сотни пар глаз салона впились в меня. Пока я сориентировался, осмотрелся, и вдруг меня осенило, что эта миловидная женщина, которая сидит рядом со мной, всемирно известная французская актриса Марина Влаги. А вот этот худощавый, невысокий мужчина, никто иной, как этот всемирно известный бард. Так и состоялось мое знакомство с Владимиром Высоцким. Я знаю, что у нас есть фотография, вы принесли, да? Это именно фотография того дня, да? Да, да. Момент знакомства. Видите, бард, капитан Назаренко, Марина Влади, это один из руководителей Батуми. И вот в правый крайний, это я в молодые годы.
Ну, так уж получилось, что целую неделю я плотно общался с Владимиром Высоцким. Особенно мне запомнилось два, как сейчас бы сказали, гала-концерта, которые он дал для экипажа и для пассажиров. Но наиболее запомнилось с ним провождение времени. Под Сухуми есть уникальный ресторан «Ишеры» в 20 километрах, который расположен в ущелье. На дне ущелья журчит речушка, папоротники, лианы. И вот небольшая компания, человек 10-12, Высоцкий, Влади, капитан, естественно. Так получилось, что я сидел напротив Высоцкого. Ну, мы попивали молодое грузинское мутное вино с оригинальным названием «Цицка». И я веселил всю компанию одесскими анекдотами. Что я вот запомнил, и мне врезалось в память, что за все время нашего знакомства я не видел на лице Владимира Высоцкого улыбки. Все вот мои воспоминания потом я описал в рассказе «Невостребованный автограф». Рассказ этот был опубликован в двух моих книгах «Избранная одесская проза» и «Одесский альбом». Ну, а чуть позднее, к 70-летию со дня рождения поэта, я написал очерк «Крик души над ущельем», который был опубликован в ведущих периодических изданиях страны «Ведомости недели» и «Рабочей газеты». Я так понимаю, что вот встреча с Владимиром Высоцким, да, на вас все-таки произвела серьезное впечатление. Конечно. Потому что очень многие люди знакомы с ним, с его творчеством, да, в большей степени, да, с экранными героями и так далее, а вы же познакомились с ним лично и узнали. Можете вот в двух словах описать, что это был за человек? Конечно, за неделю невозможно понять и постигнуть человека. Тем более наши весовые категории, образно говоря, были совершенно разные. Всемирно известный бард и скромный молодой человек. Но я его воспринял как очень талантливого человека. Должен сказать вам, что сегодня как-то, вот особенно у нас в Украине, Высоцкого незаслуженно как-то затирают в тень. Хотя это великолепнейший актер театра и кино. Это прекраснейший бард. И что самое главное, в моем понимании, я ценю в нем талант поэта. Он написал более 600 песен. И самое главное, что Высоцкий всю свою сознательную жизнь, он был в авангарде борцов за свободу. Это да. Это я бы хотел из своей книги «Одесский альбом». Скажите, у нас есть вопрос к Евгению. Да-да. Скажите, пожалуйста, как сегодня ваш клуб будет праздновать день рождения Владимира Высоцкого? Значит, так же, как я и говорил, мы все заседания клуба проводим в доме Александра Перовского, знаете. Это театр на Канатной. Это Канатная, 71. Сегодня в 19:00 мы все там собираемся. Будет несколько там приготовлений. И с 8 часов у нас начинается концерт. То есть будут несколько одесских бардов, буду читать стихи, буду выступать я, будут несколько людей, которые знали лично Владимира Высоцкого. Я пока не буду приоткрывать эту тайну, пусть это будет интрига для наших одесситов. И мы будем все вспоминать Владимира Высоцкого, в том числе на экране, демонстрировать все, что было связано с Одессой. И вот как раз в контексте того, что было связано с Одессой, я хочу показать вот эту фотографию. Дело в том, что в этом году ровно 50 лет, как начались съемки легендарного фильма «Вертикаль» Станислава Говорухина, который потом снял еще Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя». Вот. Это фотографии из музея кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины, который возглавляет Вадим Васильевич Костроменко. Наверное, вы слышали о нем. Вот. Это он специально мне дал для этого эфира, чтобы я показал эту фотографию. Ну, вот видите еще пластинки здесь Владимира Высоцкого. Вот они были выпущены еще в Советском Союзе. Вот, это была целая серия пластинок, была и цветные, и черно-белые. И сразу же в контексте Высоцкий и Одесса я наконец-то узнал впервые в прошлом году, когда Высоцкий впервые посетил Одессу. Вот мне интересно, как вы думаете, в каком году Высоцкий впервые посетил Одессу? Вот приблизительно. Ну, хотя бы приблизительно, не сможете сказать? Толик, отдувайся за двоих. Не знаю. Многие думают, что это 66-й год, когда начались съемки фильма «Вертикаль». Потому что сначала он приехал в Одессу, а потом они поехали на Кавказ. Нет, на самом деле впервые Высоцкий посетил Одессу в 1959 году. И об этом сказано в газете «Одесские известия».
Я как журналист эту информацию точно узнал в прошлом году. Mm-hmm. Об этом мне рассказала Жанна Михайловна Мигаль, преподаватель Одесской музыкальной школы номер 3, Жанна Мигаль. И вот mm-hmm. Высоцкий в 59-м году впервые приезжал в Одессу на киносъемки. Скажите, да. Для одесситов, которые также сегодня захотят вместе с вами разделить этот праздник, могут ли все прийти? Вход свободен? Нужно ли вход как-то заранее? Вход абсолютно свободен. Нет, ничего не нужно. Просто улица Канатная, 71, 19:00, общий сбор. А дальше столько, сколько его хватит сил. Каждый, главное, я забыл сказать, любой может выйти на сцену и поделиться своими впечатлениями о творчестве Владимира Высоцкого. И я сразу в контексте нашего разговора добавлю, что Высоцкий снялся в 6 фильмах Одесской киностудии. Один фильм, к сожалению, кадры с ним были... Нет, он вышел, назывался «Особое мнение». К сожалению, он и кадры с Высоцким были вырезаны из этого фильма. А всего 6 фильмов. То есть всего 5 фильмов Высоцкого мы видели на экране. И последняя информация, наверное, немногие об этом знают. Дело в том, что Высоцкий еще хотел дебютировать на Одесской киностудии в качестве кинорежиссера. И был такой фильм, вы, наверное, слышали, «Зеленый фургон». Но да, снял его Александр Павловский в 83-м году. Но на самом деле еще в 80-м году Владимир Высоцкий должен был снимать его впервые на Одесской киностудии. Но, к сожалению, 25 июля 80-го года ему не хватило просто жизненного времени реализовать этот уникальный проект. Еще больше вот такой вот интересной и, может быть, не всем известной информации можно будет узнать, непосредственно придя на вечер, который состоится в Театре Пируцкого. Давайте еще раз всех одесситов пригласим, кто заинтересовался. Я, кстати, очень, во-первых, я приглашаю, конечно, да, в 19:00, Канатная, 71. Я хочу, прежде всего, выразить большую благодарность 7-му каналу, потому что это единственный телеканал в Одессе, который с утра начал показывать отрывки из песен с Высоцким и саму песню с Высоцким. Мы вам звонили в студию, одесситы. На других каналах этого не наблюдалось. То есть вы поддерживаете такой... То, что Высоцкий был в Одессе, ваш канал поддерживает эту тему. Это очень приятно. И поэтому мы дарим вашему 7-му каналу эту пластинку. Ничего себе. Спасибо. Спасите огромное. Наши души. Да, это уникальная пластинка. Это раритетный выпуск. Ну, можно сказать, да, 88-й год, да. И мы дарим вот эту фотографию тоже с Владимиром Высоцким. Вы уже тут будете разбираться. Здорово. Дальше. Да. Спасибо. Мы приглашаем огромное. Тоже и вас, и всех одесситов сегодня в 7 часов. Канатная, 71. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях были Евгений Низов, директор Одесского клуба поклонников творчества Владимира Высоцкого, а также Юрий Овтин, писатель, журналист и заместитель этого самого клуба. Спасибо огромное за то, что пришли, поделились столь полезной информацией. Ну, а я напоминаю, что это было утро на 7-м, и совсем скоро мы уже, наверное, будем прощаться. Праздновали мы сегодня кучу насыщенный праздников. Насыщенный день у нас получился. Татьянин день студента, день рождения Владимира Высоцкого. В общем, всех Татьян еще раз поздравляем с этим праздником и студентов. Гуляйте хорошо, но чтобы завтра утром все себя чувствовали бодренькими и здоровенькими. В 7 утра включали утро на 7-м, там снова будут желать вам доброго утра. Ничего не остается добавить, как только попрощаться с вами и пожелать действительно замечательного, насыщенного дня, такого же, как у нас получилось сегодняшнее утро. До следующего утра. Счастливо, пока.